Никита, когда звякнут, хорошо. Не так. Батюшка, так знаете, записывать здесь невозможно будет. Ветер, не так. Видите, сколько людей подходит. Нет. Везде успеваю поворачивать голову. Нет, будет дувать здесь. Там Никита, там собачка. Видите, как интересно. На улице всегда это... Ветер не дает записывать ничего. Надо или на склад, или куда-то. Я такой ветер, кстати, буду выдавать. И писать вот. Ну, заходите тогда уж. Хоть раз на природе провести, чтобы как-то было. Нет. На природе тут ничего не приведешь. Писать надо. Паспорта заполнять данные. Я привез документы все. Ну ладно, все, заходите. Приглашай, Ладом. Батюшка отходчивый. Ну, здесь стол поставить. Записывать звук. А какой длины? Ну, метров пять. Где было? У повода в ограде лежало, нет? Не видал. Метров пять? А на первом мосте кто трубу завалили? Там труба такая. Как бы показала, метров пять. А куда вы ее завалили? Ну, она как лежала, там уток. Там уже ближе. Только нельзя ее было вытащить. А чем? Ну трактор же был. Ну трактор-то как возьмет ее? Чем возьмет? Ну ее видать было. Ее видать только было, она уже под водой была. Ну, как проволока с цепи надо было вытащить. Ну как? Ну как? Ну трактор ты что, дернул ее вытащил? Ну, дернул и вытащил. Она за Елена вот так вот стояла-то. Трактор, проволоку. Там канаты. Ну если трудно было сказать, ну ладно, все уже. Вытащить можно было, конечно. Вытащить можно было, но нам невозможно. Он на этой стороне стоит. А вот тут на 10 метров дальше. И как его подцепить? Не, куда-то? Ну, когда подходили, то подошли уже ближе, куда можно было. Ну, а сейчас вода уже дошла, уже наравне, сейчас я ездил. Все, все. Вода. Сейчас все разорвет, а труба наружу будет. Ага, ну, труба все, нужна. Правильно, что если так-то входим. Михаил Николаевич, вы уезжаете уже? Батюшка добрый. Ну, вещи собрали уже. Батюшка добрый. Нельзя, Лена, нельзя. Нельзя. Тихо, тихо, упал. Ну, вот упал. Рядом, рядом. Не играет, она рядом? Да, играет. А, ну, а, не игрива, говорит. Да, не послушайте. Фу, откуда послушайте. Команды не было. Все, ладно. Че? Давай, давай. Для стульчика можно, я еще стул принес.